Green Tea TV представляет. Ты знаешь свою группу крови, не так ли? У корейских людей есть суеверие. А тебе? Если у тебя третья группа крови, корейцы говорят, что ты прямолинейный. Эгоцентричный. Волевой. Очень честный. Иногда даже слишком. Неосмотрительный. И необузданный. Вот что говорят о еде люди с разной группой крови. Я очень хочу пасту. Так что давайте есть пасту. Если у тебя вторая группа крови, для корейца ты стеснительный. Интроверт. Тебе тяжело показать свои чувства. Но ты рассудительный. Ты заботишься об остальных, и это круто. Тебя тяжело вывести из себя. Ты очень спокойный. Я уже ел пасту. Но если ты хочешь, могу съесть еще. Если у тебя четвертая группа крови, корейцы говорят, что ты... Нерешительный. Вспыльчивый. Критичный. Эмоциональный. И ты можешь даже быть гением. Вы хотите пасту? Неважно, я иду домой. Если у тебя первая группа крови, корейцы верят, что ты лидер. Дружелюбный. Добродушный. Отзывчивый. Уверенный в себе. О, вы хотите пасту? Я знаю хороший ресторан неподалеку. Я забронирую столик. За мной. Корейцы считают, что обладатели первой группы крови круче всех. Но, конечно, обладатели второй, третьей и четвертой группы крови. У вас не все потеряно. Конечно, это не стопроцентная правда, а всего лишь предрассудки. Но это реально популярная тема для разговоров в Корее. Поэтому, если собираешься в Корею или просто хочешь корейских друзей, убедись, что знаешь свою группу крови. Какая группа крови у вас? Описание сильно похоже на вас? Расскажи нам, оставь свой коммент или видеоответ. Пока-пока! Озвучено специально для Green Tea TV.